отложено еще на год завершение реконструкции улицы Рабкоров. А на этой неделе стало известно, что еще два мегапроекта Хабирова не успевают сдать срок, и сроки тоже переносятся. Управление капитального строительства Республики Башкортостан перенесло срок сдачи центра борьбы, ну, строительство которого лично курировал и вообще затеял сам Ради Хабиров. Изначально планировалось сдать этот объект в марте 2024 года. Теперь сроки сдвигаются до декабря 2025 года. Уже вбухали в этот объект 5 миллиардов рублей и добавили еще полтора. Строительство затягивает строительная компания «Проект-стройкомплекс». Но к этому «Проект-стройкомплексу», похоже, у Минстроя нашего никаких претензий нет. Ведь этот стройкомплекс так широко улыбался лично дорогому Ради Фаритовичу. Ну как можно к нему теперь претензии иметь? Интересно, есть ли вопросы у правоохранителей по поводу вот подобных переносов сроков строительства? Я пока не знаю. Уфа тяжело перенесла морозную неделю. Ни расторопность, ни профессионализм, а порой и просто тупость уфимской администрации в экстремальной ситуации, конечно, обернулись целым букетом проблем для горожан. Оказалось, что если холодно, то на уфимские автобусные маршруты выйдет только половина автобусов, например. Вот так было на маршруте номер 248. Жители взвыли, атаковали аккаунты Хабирова немедленно. На улицу выбежали замминистра транспорта Руслан Гарипов и замначальника управления транспорта мэрии Дмитрий Титов. Немного постояв на остановке, два этих юных дарования пришли к выводу, что с транспортом в Уфе все в порядке, юркнули в свои теплые служебные автомобили и умчались в свои служебные кабинеты писать доклады о том, что уфимцы все врут и с транспортом все хорошо. Вот буквально так это выглядело. Но при всем при этом в мэрии Уфы кипела работа. Мавлиевские креативщики украсили город не только гирляндами, но и жуткими туристическими указателями. Это такие черные доски, на которых нечитаемым шрифтом красного цвета что-то там написано. Ну, это на самом деле позднее и паническое освоение бюджета по проекту «Туристический код Уфы», после того, как неуравновешенный мэр зачем-то разогнал всех реальных подрядчиков по этому проекту, ну и, видимо, создал дизайн уже собственными руками. Ну, по-другому я не могу объяснить вот ужасность этих указателей. Это просто какой-то дикий колхозный ужас. И, конечно же, Ратмир Мавлиев не отказался на минувшей неделе от любимого бизнеса – освещения Уфы. На этот раз он осчастливил уфимцев декоративной подсветкой двух мостовых переездов через проспект Салавата Юлаева. Ну, грандиозно, конечно, но как-то мелковато, если честно. А еще городские власти, похоже, без спроса взяли и наградили сразу весь город. В аэропорту появилась гордая надпись о том, что Уфа – это город-герой труда. Но опять Ратмира Рафиловича подвела безграмотность и непросвещенность. Но нет такого звания в Российской Федерации. Есть город-герой, есть город воинской славы, есть город трудовой доблести. А вот город-герой труда, такого звания нет. Ну, ведь сам себя не похвалишь, весь день ходишь как оплеванный. Правда, Ратмир Рафилович?